А теперь об этих и других событиях подробно. Чтобы социально значимые рынки лучше развивались, глава региона Александр Михайлов встретился с председателем Совета муниципальных образований Курской области Николаем Ильиным. В результате встречи стороны подписали соглашение о внедрении в регионе стандарта развития конкуренции. Новый документ поможет создать условия для развития поддержки и защиты бизнеса, устранить административные барьеры. Кроме того, соглашение регламентирует взаимодействие муниципальной и региональной власти. Это касается в первую очередь мониторинга состояния конкурентной среды, поддержки малого и среднего бизнеса. Если есть такое вот нормальное понимание взаимодействия, то это и стимулирует развитие и предприятий, и промышленности, и сельского хозяйства, и строительного комплекса и так далее. Вот, а отсюда решение социальных проблем. Если эта сторона развивается нормально, значит, тогда мы можем или способны решать социальные проблемы. Акцент будет сделан на социально значимых рынках – дошкольное и дополнительное образование, медицина, детский отдых, социальное обслуживание, ЖКХ. Да, у нас сегодня прекрасное дополнительное образование – это и спортивный комплекс, там, и дома пионеров, там, и музыкальные школы, все. Но сегодня у нас есть частник, который открыл, значит, там и плюс и логопед, там, значит, и психолог, даже вот сегодня для детей, особенно, у которых ослаблено здоровье, так сказать, вот проблемы со здоровьем, есть и бассейнчик небольшой. Одно из обязательных требований стандарта – повышение уровня информированности предпринимателей и потребителей о состоянии конкурентной среды.